Вайкики пойду, пальто посмотрю. Ой, вот это пальто шикарное. Ну, я даже мерить боюсь за такую цену. Вон туда все ближе. А? Вон туда все ближе. Где Вайкики, сынуля? Вон там, вперед. А вот здесь вот есть, знаете что? Шапочку померить-то. Шапочку померить мамке срочно. Ой, какая красота. Девочки, красиво. Ты своей жене купишь? Маме хотела сказать. Купишь жене? Ты можешь купить жене такую вещь, пойти и выбрать? Вначале надо жену иметь, потом посмотрим. Не, ну вообще, на будущее. Баба может, ему не проблема. Там что я не куплю? Если я скажу, иди купи, он пойдет и купит. Но он трусы и лифчики покупал мне. Когда я это, беременная. Зачем мне это все знать? Я ну, готовлю на будущее. Ой, мамину сумочку несет мальчик. Такой мальчиш у меня. Девочки. Пойдем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Значит, вниз надо ездить. Вниз надо? Так, круг сделан. Ой, стой, ты что, какой низ? Ну, это брюлики-бриллианты, девочки. Ой, 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 девочки. Вот. Пьяну-пьяну. Вниз, потом... Веричита. Веричита. Тарарам-парирарам-парира. Веричита. Я люблю вот такие мощные часики, девочки. Ой, вот такие бы я бы тоже купила. Такие вот. Вот такие. Ну, лучше вот. Вот. Белая и желтая. Вот, вот те вот крайние. Красиво, девочки. Это Майкл Корс. Верючи там. Тарарам, пара. Так, повернемся. Там здесь. Вот так, круг сделаем. Не, здесь была одна. Одна это. Бутик такой, шапочки там продают. Куда вот его перенесли? Раньше-то я могла найти. А вы... Ой, бебечики. Китикет. Китикет. А что за китикет? Это же бебечики. Какой китикет? Ой. Верича там. Парарам, парам, пам, парам. Верича там. Ой, не нашла, короче. Хотела вот тот бутик. Может, он переехал вообще в какую-нибудь другую сторону. Понимаете, может, его вообще нету сейчас здесь. А может и есть. Может и есть. Ой, какая красотень. А еще гирлянды-то не сняли новогодние. А я тоже в тренде. У меня тоже елка стоит. Я тоже в тренде с Капитолием. Девочки, всякую хрень вам рассказываю. Простите меня, роднульки. Ой, всякую хрень девчонкам рассказываю. Они сидят и будут смотреть вот эту хрень. Мави, между прочим, в Мави была одна белая рубашечка. Ну, сейчас же не сезон. А вот белая, видите, тоже универсаль. 189. Оверсайз вот это. Видите, так что я в тренде, девочки. Вот эта рубашечка тоже ничего. А вот твоя, смотри. Видел? Видел? Мамка в тренде. Все. Все это. А вот же мой любимый магазин. Пам-парарам-пам. Пальто хочу, девочки. Пальто. Пальто посмотри. О, какая хорошая пижамка, смотрите. Ой, кадифе это, девочки. Ой-ой-ой, красотень. А на сайте вот эти свитерочки более симпатично смотрятся. И вот это тоже симпатично смотрится. Вот это вот симпатично смотрится на сайте. А в реале не очень, девочки. Девочки, что делать? А вот кадифе, панталон. 50 лир всего лишь. 50 лир всего лишь стоит
Кадифе панталон. Это кто-то уронил. Подняла. Девчонки же работают. А вот трикотажные. Вот эти брючки мне тоже интересовали. Сколько они стоят, интересно? Мне же все мало. Вот XL, мой размерчик. Сейчас найду. 60 лир, девочки, стоят. Хороший трикотаж. В Курутма? Не знаю. Наверное, тогда на размер больше, если в Курутма будете. Надо это будет тогда. 3 лет назад мне тоже скажу. Нет, ты что, смотри, сколько. Большой мне выбор. Мне нужно пальто. Пальто. Сейчас? Посмотреть хочу пальто. У них на сайте есть пальто. Где пальто? Куртки 126. Вот жилеточка. Ой-ой-ой. Пальто, наверное, там. Сейчас я найду пальто. Или вот там, да. Я пока не померяю пальто, не успокоюсь. А? А вот шапочки, шапочки. Шапочки посмотрим, девочки. Как я вам? Я в тренде. Вы что, я же... Я в тренде. Шапочек. Шапочек. Какие хотите шапочки, девочки? А? Подожди. А вот пальто. Но оно не такое. Какое я хочу его здесь мне. Вот такое, но оно не такое. Цвет дурацкий, не такой. А ну-ка я сейчас шапочку померяю. Подержи-ка мою шапочку. Девочки, сейчас. Вот этот беретик я хочу померить. Ну-ка. Ой, снять. Сейчас я порядок здесь наведу. Сейчас, девочки, вот этот беретик мне интересно. Ой. Ой, господи, ну что ж ты. Все подряд снимаю вам, девочки. Ну-ка. Сейчас. Что это? Что, девочки, шапочку купим? Или дурацкая шапочка? Ну-ка, я посмотрю сейчас. Не, был бы другой этот цвет. Цвета нет другого. Другого цвета нет. А так, в принципе, неплохо мне идет. Шапочка-то идет. А? Шапочка. Можно и вот так. А давайте купим шапочки. У меня такой нету. Сколько эта шапочка стоит? Гермебеш стоит. Я шапочку куплю. У тебя есть карточка? Нет. Вот эту шапочку я куплю. Посыпьте. И погуляем еще. Айденчик говорит, я еще не кушал. Давай, мамка, быстрее. Вот это что такое? Пальто, пальто хочу посмотреть. Ой, какая красота. 140. А это что? Что-то Монт спрашивает. А вот Тулум, девочки. У них там есть. Где они стоят? Больше нет. А, понятно. Хорошо, иди шапочку мне тогда только купи и все. И все, идем домой? Да. Все, девочки, пойдем домой. Бери шинель. Пошли домой. Хорошие тунички, смотрите. Я на сайте посмотрела, все вижу. Я уже вижу, что мне надо, что не надо. Ой. Вот это я тоже смотрела. Красиво. Все красиво. Все красиво. Ну, пальто того нету, которое я хотела. А на сайте есть пальто.
Пальто есть на сайте. Вот беретик я купила себе. Сейчас одену и пойду. Его простернуть надо. Ну, ладно. Ладно. Вообще выбор большой, девочки. Смотрите. И сумочки есть. И сумочки есть неплохие. Можно выбрать, кстати, сумочки-то. Вот мягенькая. Не, не мягенькая. Не мягенькая, девочки. Ну, выбрать можно. Трич-кот. Не, такой не хотел. Джинсы у меня есть. Голубая, правда. Голубая луна. Голубая. Вот такого качества, но другой туркуазный цвет. Туркуазный цвет был там. Вот 42-й. Хотите, я померю? Нет, видите, оно 42-й, но из-за вот этой моей большой туники оно мне это маломерит сейчас. Под маечку надо одевать. Вообще неплохо. Да? Неплохо. Но цвет не мой, мне кажется. Цвет не мой. Мне надо другой цвет. Цвет не мой. Видите? Ладно. А вот, девочки, как вам? Не, вы что? Как банный халат, блин. Даже если шапку сниму. Ну-ка. Я не хочу с капюшоном. Не. Не, цвет не мой, ребята. В общем, бери Шинель, пошли домой, ребята. Все, Шинель взяла. А то мальчиш голодный. А где он? Мальчиш-то где? Мальчиш-то где? Ой, здесь даже видите. А где он? Мальчиш. Он, может, в кассе стоит? Ну-ка, я сейчас гляну. Ой, чуть не упала. Айдынчик. Вот Айдынчик как раз. Ой, это сняли все? Ну, да. Ой, ну-ка, вот это вот оторви. Маш. Пусть оторвут ножницами, подойди, аккуратненько сделают пусть. Сейчас мамка все оденет, примерит. А вот я хотела всегда вот это померить, девочки. Давайте я померю. Пиджаки-то. Мне идут вот такие пиджаки. Не идут. Но они дорогие. 229. Не, нафиг. Сейчас. Так, держи меня, снимай. Хорошо. Не, дур я, не чевермадинки. Повар? А? Вот так? Или вот так? Это повар уже как. Так не надо. Или вот так? Там, это повар. Или вот так? Я индирект... это повар? Да. Вот так типа? Я не знаю. По-своему. Идем. Мою шапку-то не забыл. Давай. А. Все. Красотень. Надо отдыхать. Докушаешь. Красотень, ребят. Все, все купили. А? Карту отдам. Карту? Карту отталкивал. Все, музыка, не знаю, что будет с музыкой. Надо. Айдын, а вот эта музыка везде играет, это ничего? Не будет проблем, да? А? А? Может, Скотон будет. Скотон будет? Почему? Знаменитая песня. А? Там знаменитые песни более. Здесь они особо такие музыки выбирают потом. Вот так. Красота. Давай, идем сюда. Красота.
все, короче, ребят, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Красота. Я в тренде, все. Да, вот если было бы то пальтишко, на сайте оно висит. Там 2 или 3 всего лишь штуки осталось. Надо, наверное, хватать. Наверное, надо хватать 44 размер. 130 лира стоит. Наверное. Наверное, я куплю на сайте пальто то. 130 лира стоит. Туркуазовский цвет. Я прошлый. 130. 129. Здесь цвета нету и размера нету. А на сайте у них есть. Ой, какая девчушка красивая. Бери шины. Пошли домой. Или не надо мне это пальто? А? Карту отдал, да, если... Карту отдал. Мозги не работают, мальчиша. Стоп. А мы что купили? Ничего не купили? Да? Что купили? Жопу. Бери шины. Пошли домой. Ладно, ребят, давайте пойдем. Выходим, ребят. Выходим. Сейчас вот здесь. Лопатулечек. Лопатулечек снимем. Вон они. Вон они, игруны. Игруны. Ой, сейчас шлеп, шмякнется. Шмякнется сейчас, не удержится. Ой, чего здесь только нету. А вон еще, смотрите, там. Кушать им дают. Ладно, Айдынчик устал. Пойдемте, девочки, мальчики, домой. У меня свои лопатулики есть. Куда идти-то? Я что-то не помню. Далеко немножко. Что-то он завернул и 2 проезда вот так прокатался. Ой, а мне нравится мой беретик. Неплохо. Я никогда беретики не носила. Никогда. Девочки. Может, в маске красиво, а маску снимешь и будет. И будет ужас на крыльях. Ладно, ребят.